Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 12.30 по GMT еще один компонент инфляции в США. Если вам нужны дополнительные доказательства того, что инфляционное давление все же ослабевает, то, скорее всего, статистика по промышленной инфляции сегодня будет схожа с тем, что мы увидели ранее. И общий тренд, как общая картина ослабления инфляции, точно уже должен сформироваться и сложиться. Эту статистику мы ждем с открытия американской торговой сессии, как уже отметил, в 12.30 по GMT. И под конец американской торговой сессии в 14.00 по GMT будут также еще данные по Мичиганскому индексу потребительских настроений. Для общей картины этот отчет обычно не провоцирует какую-то интересную волатильность и динамику, но лично мне интересно оценить потребительские настроения с учетом того, что тренд на ослабление инфляции уже сложился ранее. И как это повлияло на то, что сейчас происходит в плане настроения потребителей. В общем, интересный отчет для общего развития. Индекс доллара текущей котировки 104.16, минимум вчерашнего дня 103.76, это минимальная отметка с апреля. Мы ждали релиз по инфляции, потому что понимали, что это статистика, которая заставит нас переосмыслить свое отношение к доллару. Потому что после выхода фактического релиза данных по инфляции у нас будет на руках прям очень много отчетов, статистики, данных, которые касаются совершенно разных секторов американской экономики. У нас будут отдельные доводы и заявления чиновников американского регулятора. У нас будет наследие в виде выступления Пауэлла перед банковским комитетом Конгресса и в Сенате. И сейчас наша задача все-таки оценить уже последствия выхода данных по инфляции и принять волевое решение, что делать с американской валютой дальше. Мне, кстати, очень интересно ваше мнение, друзья. Изменилось ли отношение к доллару после выхода данных по инфляции? Считаете ли вы, что американская валюта – это уже кандидат на долгосрочные продажи? Даже тема выборов в США, ноябрьских, это тот фундамент, который не сможет заставить продавцов отступить. Обязательно пишите в комментариях. Что касается отчета по инфляции, по факту цифр. 3% индекс потребительских цен в прошлом месяце, снижение с 3,3%. Базовая инфляция тоже скорректировалась с 3,4% до 3,3%. То есть можно было бы, например, придраться к базовому индексу потребительских цен, который имеет, возможно, даже большее значение для американского регулятора, потому что фильтрует цены на продовольственные товары и цены на энергоносители. Но здесь тоже нисходящая динамика. Поэтому вспоминаем, что сказал Пауэлл в Конгрессе о том, что все зависит от фундаментальных отчетов. Американский регулятор не ориентируется только лишь на ситуацию с инфляцией при принятии решения по ключевой процентной ставке. Но у нас также слабый рынок труда, слабый отчет по non-farm payrolls, предварительные компоненты, которые могут быть предвестником изменения инфляции и дополнительным индикатором того, как она скорректируется уже в ближайший месяц, тоже указывают на то, что инфляционное давление будет ослабевать. Слабость промышленного сектора, сферы услуг, замедление темпов роста американской экономики. Очень много сейчас макроэкономических релизов, которые, делаем отсылку на заявление Пауэлла о том, что все зависит от отчетов, указывает на то, что экономику нужно уже каким-то образом начинать стимулировать. И стимулирование экономики – это снижение ключевой процентной ставки. У нас есть всем известный инструмент FedWatch Tool, который как раз оценивает вероятность корректировки ключевой процентной ставки с учетом появляющихся на рынке дополнительных фундаментальных вводных. И сейчас вероятность снижения ставки в июне, точнее в сентябре, составляет 93%. Я думаю, что если мы проведем параллель с тем, как рынок оценивал шансы на это еще месяц назад, то увидим разительный просто контраст, подчеркивающий тот факт, что в сентябре ставка действительно будет снижена. На рынке сейчас спекулируют на теме того, что после сентябрьского снижения будет еще одно
смягчение монетарной политики. Я думаю, что это тоже неизбежно. Мой прогноз предполагает, что ставка будет до конца этого года снижена как минимум на 50 базисных пунктов. И сам факт изменения риторики американского регулятора, который неизбежно последует после выхода данных по инфляции, уже заранее должен нас готовить к тому, что американская валюта, скорее всего, пойдет вниз. Я сегодня решил, я закрыл длинные позиции по доллару, сегодня жду реакцию рынка на данные по промышленной инфляции и, соответственно, в понедельник, скорее всего, буду разворачиваться и искать точки входа на открытие долгосрочных продаж. Как только это сделаю, разумеется, вам подсвечу. Золото, друзья, 2408 долларов за тройскую унцию, сантимент 25% в покупках, то есть меньшинство в длинных позициях. Мы знаем, как интерпретировать эти данные. Наша цель 2400 была достигнута. Сейчас котируемся выше, но из-за того, что позиционирование на рынке не меняется и, судя по всему, мы еще не достигли локальных максимумов, я думаю, что сейчас то самое время, когда нужно рисковать и смотреть уже на ценовые значения повыше, например, на планку 2450 долларов за тройскую унцию, как следующий целевой ориентир. Европейская валюта против доллара 1.0870. Здесь признаю, что у меня есть такой, скажем, фундаментальный блок. Я не могу рассматривать европейскую валюту как инструмент, который будет расти. Из-за крайне плохих экономических условий, из-за последствий выборов, и я думаю, что это был первый звоночник того, что точно такие же изменения могут произойти во многих государствах в плане смены настроений и потенциальной смены партии лидера. Подвешенный парламент тоже, возможно, реалии не только Франции в перспективе нескольких лет. Перспектива снижения ключевой процентной ставки. Вчерашний опрос Reuters показывает то, что ЕЦБ может согласовать еще 2-3 снижения процентной ставки в этом году. И считает то, что евро в этих условиях будет аутсайдером. Долгосрочно евро будет стремиться к более низким ценовым значениям и уход ниже планки 1.05. Поэтому откуда продавать европейскую валюту? С текущих значений, либо дождаться, например, теста психологической планки 1.10, это вам уже решать, в зависимости от того, на какой горизонт инвестирования вы смотрите. Но в целом траектория именно нисходящей динамики снижения, на мой взгляд, будет оставаться в приоритете. По другим финансовым активам, австралиец против доллара, новый локальный максимум 0.6765. Данные от, скажем, Reuters, потребительские настроения, опрос ожиданий по инфляции, свидетельствует о том, что индекс потребительских цен в Австралии в перспективе ближайшего года может составить 4,3%. Поэтому, если уж рынок так сильно испугался, когда индекс потребительских цен вырос в Австралии до 4% и начал закладываться под еще одно повышение ключевой процентной ставки, то, наверное, такой горизонт того, что инфляция останется повышенной, доказывает то, что Резервному банку Австралии придется какое-то время еще проводить жесткую монетарную политику и, может быть, стать замыкающим центральным банком среди всех центральных банков развитых стран, который пойдет на уже снижение ключевой процентной ставки. Давайте пользоваться текущими условиями и, соответственно, ждать австралийца гораздо выше уровня 0.68. Австралиец против франка 0.6070, также целевой ориентир находится повыше 0.62. В сделку еще можно к этому трейду подключиться, потому что мы не сильно ушли за последние торговые сессии, но этот дуэт активов очень низковолатильный. Может быть, кому-то как раз именно это приглянется в данных инструментах в расчете на поиск какого-то хорошего торгового решения на долгосрок с минимальными рисками. Доллар-иена 159.22. Учитывая то, что максимум был 161.75 и, по сути, мы свалились на 400 пунктов, является ли это валютной интервенцией? Ну, при всем уважении к масштабу снижения, я полагаю, что все-таки, наверное, нет. Да и Банк Японии, Минфин, скорее всего, вряд ли признается в ближайшие дни, что какое-то воздействие с их стороны было. Я допускаю то, что на фоне спекулятивного роста, который последовал в последние недели,
Из-за резкого снижения американского доллара это могло раскачать волатильность вот до тех масштабов снижения, которые мы увидели. Но вряд ли это были валютные интервенции. Главное, что мы снова ниже отметки 160 и, возможно, сейчас будем наблюдать за дальнейшим развитием уже. Точнее, за коррекцией, которая перерастет в развитие нисходящего тренда. Я подсвечивал такой сценарий и по-прежнему уверен, что шансов вернуться в район 155 сейчас гораздо выше, чем ждать новые максимумы за десятки лет при пристальном и постоянном контроле со стороны Банка Японии и Минфина. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!